Приглашаются учащиеся первых классов вместе со своими первыми учителями. Встречайте бурными аплодисментами самых маленьких учеников. Для вас этот день запомнится как старую новую, взрослую жизнь. А ваш первый учитель станет для вас другом, второй мамой и проводником по пути к знаниям. Мы приглашаем учащихся первого А-класса. По дороге знаний их проведет Каратунова Елена Борисовна. Она с душевной теплотой себе детишек расположит. Проблемой справится с любовью и от души всегда поможет. На линейку приглашаются учащиеся первого класса, свою первую, самую главную книжку азбуку. Они будут изучать Тоскиба Анны Алексеевны. Она всегда так энергична. Не столько доброты, тепла, вмиг выучит всех на отлично. Ей, ребятам, громкое ура! Аплодируйте, школа! Не слышу! Молодцы! Ведь у нас пополнение! На линейку приглашается первый В-класс. Первый учитель. Цифрам и словам, научит кляксами сражаться. И 100 советов по любым делам вам даст, чтоб правды добиваться. Я думала, лишь бы Олимпиады не было. Школа рада видеть вас. Вам часто будет сниться, как вы идете в первый раз, в первый класс учиться. В большой и светлой школе для всех открыта дверь. Вы все пришли учиться. Вы школьники теперь. Школа, внимание! Торжественную линейку, посвященную Дню знаний, считать открытой!